Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Вот. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Вот следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность. До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны. Спасибо.